Раскраска с мимимишками. Красный, синий, коричневый, бордовый, темно-синий, голубой, зеленый, бежевый, розовый. А теперь прослушайте правила безопасности. Лисичка, какие еще правила? Мы к тебе в гости пришли, чай пить, пироги есть. Напитки и закуски вам будут предложены уже в полете. Я, кажется, понял. Лисичка играет в самолет. Да, это моя мечта. Стать настоящей стюардессой на настоящем самолете. Все, бак заправлен. Отлично, машина готова. Уважаемые пассажиры, просьба пройти на борт. Ой, подождите, я это одеялки не взяла. Вдруг на борту холодно. Я сейчас. Пассажиры на борту. Запрошу разрешение на взлет. Погода ясная, взлет разрешаю. Прием. Ой, стойте! Я пирог забыла. Чем же я пассажиров накормлю? Ну, лисичка, давай быстрее уже. Уважаемые пассажиры, пристегните ремни. Мы начинаем взлет. Кеша, подожди. Моя пилотка. Кажется, я ее дома оставила. Бордовый, бежевый, розовый, коричневый, синий, темно-синий, красный, фиолетовый, желтый, голубой. Приятного вам полета! Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров над землей. Капитан Иннокентий желает всем приятного полета!